Всем привет, друзья, с вами Яков 2001, и это 65-й выпуск моего города в Майнкрафте. Сегодня, друзья, я решил подвести итоги переписи населения за февраль 2020 года, и итого набрано население, отметка набранного населения 21 958 человек. Да, друзья, в общем, февраль в этом году получился очень слабенький, нежели чем декабрь 2019 года и январь того же 2020 года. Но зато я решил продвинуть город, и в общем, следующее обновление, то что я, в общем, взял себя за руки, в общем, взял ноги за руки и перешел и, в общем, начал вести строительство трамвая. Изначально я хотел сделать как грузовой маршрут для грузовых поездов от вокзала до фермы, но потом начались нестыковки, я подумал, не, я эту фигню сроку не дострою. И вообще легче построить новый трамвайный путь. И вообще сказать, я достроил трамвай. Естественно, еще появился новый маршрут, естественно, от трамвайного депо номер 1 до второго трамвайного депо. Есть уже на проспекте Сашиновского в районе второй школы. И в итоге появились новые маршруты. От трамвайного депо номер 1 на Советской улице до ЖД вокзала, а потом от вокзала до второго депо. И изначально я думал, что конечной остановкой будет ферма, но я решил все-таки довести до второго депо в районе школы номер 2 и... И все-таки достроил я этот трамвай. То есть трамвайное депо, естественно. Фу, какой нафиг трамвайное депо? Маршрут трамвайный, я имею в виду. И давайте в честь этого мы прокатимся по этому району. По новым трамвайным маршрутам. Так, начнем отсюда, естественно. Возьмем вагонетку и поедем. Так. Ай! Приехали на первую остановку. Это остановка автобусный парк номер 1 или Советская улица. И именно в этом месте я заспаунился, когда я начал строить город. И начал все это делать с этой пятиэтажки. Ну, наверняка вы помните, если вы часто смотрите мои новые выпуски про Яковлевск в Майнкрафте. Вот детский садик, небоскреб, который из кирпичей. Дальше школа. Дальше вот магазин Макниц и дискотека Тополинка и так далее. Так. Дальше у нас вот идет поворот на Днепровский проспект. Ну, мы как бы обойдемся. Так, едем дальше. Так, друзья, мы уже находимся на остановке Японская атомная электростанция. Вон она уже подписана вот здесь вот. Кстати, вот здесь я начинал еще строительство проспекта Сашиновского в районе телецентра, естественно. То есть здесь, в этом районе, есть две остановки. Это остановка. Хотя нет, тут одна остановка здесь. Хотя тут одна остановка, естественно, Яковлевская на электростанции. Но, извините, друзья, но получился такой фейл. Да, друзья, извиняюсь за фейльчик, но... Так. Вот возьмем энерголес, рельсы. Вот так вот здесь вот. Вот, все. Let's build.
Так, дальше у нас вот Днепровский проспект, дом 2 и салон связи StreamSim, вот, который я строил. И здесь уже конец города уже. То есть поставил тут живые дома и все. Едем дальше. Так, ну-ка, вагонетка пошла нафиг. А хотя лучше пересяду. Друзья, мы, в общем, приехали на остановку компьютерный клуб Glen NPC. Вы спросите, почему остановка компьютерный клуб Glen NPC? Потому что я, в общем, собирался вот здесь поставить трамвайную остановку торговый центр Рио, но я хотел как бы избежать фейла, что типа там схожие остановки, особенно вот здесь нафиг. Вот этого я не хочу делать. Извините, друзья. Не хочу. Вот уже вот улица Зюганова. Дальше у нас станция метро ТРЦ Рио. Кстати, вот я оставил название. Вот здесь остановочку сделал. Слева вместе с стеной вот так вот. Едем дальше. Так, друзья, мы вот находимся уже на... Уже на остановке ТРЦ Рио. На трамвайной остановке ТРЦ Рио. Вот. Это сам ТК. Здесь у нас частный сектор. Вот. И рукой падает до вокзала. И как видите, вот здесь вот так вот. Трамвайный путь вот так вот зигзагом. Вот. И... Вот приехали мы, друзья, до Шида вокзала, в общем, мне пришлось разделить, да, на два типа, то есть на станцию Яковлевск главный и на трамвайную остановку Шида вокзал. В общем, я все в начале видео рассказал, так что, если никто не помнит, перемотайте. Катись нафиг отсюда! Так, в общем, вот здесь у нас только вот поворот у нас. Поворот. Опа! Короче, здесь у нас какой-то такой вот поворот у нас. Так, это сюда уже на трамвайной линии, то есть это трамвайная линия через хлебозавод, ферму и школу. А здесь у нас, это у нас на выезд из города, и да... Дальше я еще сделал станцию деревня Светлая и сделал станцию деревня Васильки. И забыл сказать, что я еще скопировал супермаркет Радуга там же. Поставил туда. И можно сказать, что это самый первый и единственный супермаркет в деревне. Ну, почему единственный? Потому что там только один супермаркет в деревне. И, в общем, вы поняли. То есть, первый и единственный. Номер один. Дальше у нас вот остановка Хлебозавод, хотя можно было назвать, типа, остановка Глинский районный суд, но я не буду, в общем, сильно портить вкус, естественно. Так, летим дальше у нас вот. Вот дальше у нас снова этот трамвайный путь и прямиком, да, фермы. Вот он, это ферма. Так, мельницы нету, так что я решил просто назвать... Остановка ферма Яковлевск Агро. Яковлевск Агро Пром. Вот. Вот как-то так, в общем.
Рядом еще есть станция Старфарская, то есть станция метро, естественно. Станция метро, школа. Вот. Конечно, это школа номер 2. И вот, и дальше у нас само таверное депо в конце. То есть, на конечной остановке. Ничего не нашли. И, короче, на это все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока.